Bonjour, mon ami, aujourd'hui nous visitons Paris. Наверное, это практически все, что я знаю по-французски. Немногие из вас знают, что я учил французский. Привет. Привет. Занимаешь? Да. Можно сфоткаться? Давай. Позже поговорим про французский. Полдня записывал, а потом заметил, что флешка не была вставлена, и у меня очень многое пропало, поэтому поддопишу из дома. Немногие из вас знают, что я 6 лет учил французский в школе, но мои познания ограничиваются «бонжур», «comment ça va», «бонжур» — это «здравствуйте», «comment ça va» — это «как дела». Умею считать до 10, даже, может быть, до 15. «Он до 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, он до 13, 14, до 14». Еще я знаю цифру 89, это 89, потому что именно в 89-й школе я учился. Что еще? Я знаю, как ответить на «comment ça va». «Merci, ça va bien» — это «спасибо, дела хорошо». «Très bien» — «очень хорошо». «Très mal» — «так себе плохо». И самое мое любимое — это «comme si, comme ça» — 50 на 50, «так себе» или «ну, нормально». Что еще вам сказать по-французски? «Je m'appelle André». И как-то еще будет «присаживайтесь». «Asseyez-vous» или «Contemplate». Не помню. Вот реально это примерно все, что я помню по-французски. Потому что за 6 лет у нас была одна и та же учительница в школе. И она нам ставила оценки за то, что я ей делал комплименты. Вот так. Но буквально пару дней назад я познакомился с прикольным пацаном, который сам из Харькова, из Украины. Но он уже давно живет, как я понимаю, учился и работает в Париже. Я в Париже никогда не был вообще. Ну, то есть я, наверное, очень сильно хотел бы. Я не скажу, что я мечтаю побывать в Париже, но я очень сильно хочу туда слетать. Точно так же, как и в Харьков. Видите, какое совпадение. Так вот, он мне очень долго писал, говорил: «Андрей, давай пообщаемся, давай пообщаемся». И каким-то образом нашел мой телефон, я не знаю, ну я знаю, где он его нашел, не буду вам просто говорить, где именно. Так вот, этого парня зовут Денис, он снимает о своей жизни в Париже, не о той жизни, что типа, вот смотрите, это бульвар голубых фонтанов, а это улица сиреневых фонарей, а это вот здесь Эльфовая башня. Он просто конкретно снимает влоги о том, как молодому парню живется в Париже. Он берет интервью у парижан, у туристов, не знаю, у всех подряд. Короче, он довольно-таки интересный пацан. И если его влоги будут вам интересны, обязательно подписывайтесь. Ссылку на его канал оставлю снизу. А теперь давайте пообщаемся с Денисом. Я здесь, заведение очень крутое. С нереальным видом с окна. Сейчас я вам покажу. Видно, но не о заведении. Вернемся к парню из Парижа. Его зовут Денис. Его канал называется «Бонжур Франция». Вы спросите, зачем я вам о нем рассказываю? Да все абсолютно элементарно просто. Я никогда не был в Париже, никогда не был во Франции. А именно Денис сделает нам сейчас маленькую экскурсию и ответит на несколько моих вопросов. Давайте посмотрим. Денис, привет, как дела? Как сам? Расскажи мне, каким образом ты оказался в Париже? Bonjour, madame, monsieur. Во Франции я оказался когда-то давно, в свои молодые зеленые года. Приехал сюда как не как турист, а приехал сюда учиться. Сначала поступил в универ в Лионе, закончил его. И сейчас вот уже почти 4 года нахожусь в Париже. Вот так вот. Париж цветет и пахнет. А вообще тебе нравится жить в Париже? Расскажи о плюсах, о минусах этого города, потому что знаешь, то, что показывают в фильмах, или, например, то, что мы знаем о Европе и о самом городе, может действительно в корне отличаться от того, что есть на самом деле. Я сюда приехал с Украины, так что я могу сравнить Париж с Киевом. Париж — это интернациональный город, здесь, наверное, все национальности есть. Так же самое и кухня, тут она есть вообще всякая, ресторанов всяческих немерено. В Париже соскучиться невозможно. Ты постоянно открываешь какие-то новые места. Вот я тут уже почти 5 лет, и бывает, куда-то не туда пойдешь, завернешь на другую улицу, и уже открывается что-то интересное. Нету рая на земле.
Так что всегда есть и минусы, и плюсы. Здесь из минусов то, что постоянная движуха, пробки. Если, например, на машине здесь ездить, это просто испытание. Самое крутое средство передвижения – это скутер. Например, в Киеве этого нету. А чем ты там вообще занимаешься? Чем я занимаюсь? Да вот захожу в рестораны французские и пробую французскую еду. Потом выставляю оценки. Да не, шучу. На самом деле я программист, работаю в компании Total. Может, вы такую слышали? Более детально я рассказал в своем видео на своем канале. Заходите, смотрите. А о чем тогда твой канал «Бонжур Франция»? Что ты снимаешь? Все знают Париж по его известным местам. Фильмы, вы все прекрасно все видели. Смотрели фильм «13 район»? Ну вот, на самом деле это фантастика, но в Париже есть такие места, которые похожи на это. Например, Барбес или Сан-Дени. Ну, много таких мест, которые я показываю в своем видео. Также я много путешествую, делаю влоги с разных мест, общаюсь с французами. И много чего вы найдете у меня на канале. Основная цель моего канала – показать настоящую французскую жизнь. Жизнь в Париже, какая она есть. Не та жизнь, которую вы видите в фильмах, а real life. Я все понял. Сам, когда путешествую, пытаюсь показывать именно настоящие городские какие-то будни. Неважно, в каком бы городе я не был, в какой стране. Я просто хочу показывать людям, чем можно заниматься в этом городе. Потому что, посмотрев передачу «Орел и Решка», либо еще какую-то из этого рода, можно сразу себе сформулировать какие-то определенные пункты, куда можно сходить, где можно покушать, что интересненького, куда лучше не идти, где классно ночевать, а конкретно как выжить молодому парню, либо девушке, либо паре, это не всегда показывает, это чаще всего остается за кадром. Parlez-vous français? Если честно, я сам чуть-чуть разговариваю, но не так хорошо, наверное, как хотелось бы. Скажи, пожалуйста, ты разговариваешь на французском? По-французски? По-французски, ребят? Ну, что вам сказать? Спрашиваете? Ну, например, переведи мне такое предложение. Ты живешь в Париже и снимаешь видео о жизни в этом городе. Окей, j'habite à Paris depuis 5 ans. Je travaille ici, j'habite ici, je fais des vidéos sur YouTube. Прервусь на покушать. Я все еще кушаю. Соевый соус очень горький, но это не мешает мне наслаждаться едой. Ко мне пришли Риша и Света. Меня, кстати, Света хотели назвать. Слава Богу, а меня хотели Олей назвать. На УЗИ моей маме сказали, что у нее будет девочка. А все потому, что я закрыл писюнчик вот так вот рукой, смотрите. И все, абсолютно все друзья, родители дарили подарки, одежду для девочки. А потом Олечка вылезла, и была не Олечка. Давайте скину ссылку, скачайте, пожалуйста. Алло. В зуме. Давай, подруливай, давай. Саша пришел без денег, заказал два коктейля, говорит, я платить не буду. Говорит, Таня, плати. Таня говорит, у меня денег нет. Я предложил заплатить, он говорит, нет, не смей платить за этот счет. И говорит, уповай на Бога. Да. Уповай на Господа нашего Иисуса Христа. А Саша раньше молился перед тем, как... Да? Да, он мне недавно рассказал. Привет. Знакомьтесь, это Вадим. Да, Саша, это Таня. Сейчас я к тебе подойду, поговорю. Так вот, уповаете на Бога, он говорит, сейчас тебе кто-то закажет рекламу. И у Тани заказали рекламу. Сейчас еще бабки придут. А расскажи мне что-то про французов. Какие они? Французы не знают, что такое понты. У них очень мало комплексов, и они стараются жить по правилам. Допустим, если нужно открутить какой-то болтик крестовой отверткой, то они пойдут и купят ее. Наш же человек возьмет какой-то ключ или какую-то пилочку и все-таки открутит этот болт, не покупая отвертки. Я понял. Ты вообще часто путешествуешь? Где был? Куда планируешь поехать в следующий раз? Саша, я тебе не мешаю? Да, я часто путешествую. Я думаю, что уже был почти во всех европейских странах. Следующей страной будет Португалия. Спасибо тебе большое. Можешь показать, к
какие-то кадры из Парижа, чтобы я почувствовал себя французом. Ну и добавь что-нибудь от себя напоследок. Для меня, для Саши, для Тани, для брата, для Никиты. Никиту не видно. Хотя Никите все равно. Ребята, если мой канал наберет 10 тысяч подписчиков, то я разыграю 6-й iPhone. А как это будет выглядеть? Вы должны подписаться также на мою группу ВКонтакте. Я выберу случайным образом какого-то одного человека. И если он подписан на мою группу и в YouTube, то это телефон будет твой. Все, ребята, вот такой вот Денис из Парижа, поэтому если он вам интересен, заходите на его канал, смотрите его видео и подписывайтесь. Ссылку оставлю в описании. Всем пока. Au revoir.